Достроить дом совместными усилиями. Рабочее совещание по долгострою на улице Беляева, 23, прошло сегодня в правительстве области. Напомню, многоэтажка накренилась из-за просевшего на 18 сантиметров фундамента. После проведенных экспертиз специалисты пришли к выводу, что дом можно достроить и ввести в эксплуатацию. В результате обследования мы пришли к такому выводу, что в целом здание отвечает требованиям безопасной эксплуатации. Работы, которые проводил геофонд, привели к тому, что крен здания выправлен. Чтобы дом не проседал дальше, проведут дополнительные работы. Участники совещания ответили на все вопросы дольщиков. Они будут получать информацию о ходе работ, которые завершатся до 1 октября. Сегодня вопрос только в одном – выполнение этих работ. Компания ТДСК, Тюменская административная компания, всем известная компания, авторитет которой на рынке сегодня всем известен. Сомнений здесь быть не может, всегда есть, конечно, 1% сомнений, но сегодня объективных препятствий я не вижу.